Летчицы стали для противников настоящим ночным кошмаром. Их прозвали «ночные ведьмы». Полк разбомбил 17 переправ, 46 складов с горючим и боеприпасами, 9 эшелонов и 2 железнодорожных станции. Правда ли, что шум приближающихся самолетов женского авиаполка напоминал звук метлы? Бомбардировщик подходил к цели на максимальной высоте. Затем летчицы глушили двигатель и начинали почти бесшумное планирование. И на самом ли деле советские летчицы долгое время отказывались брать в полет парашюты? Вместо парашютов на борт можно было взять еще 20 килограммов бомб. Не факт. В субботу в 11:40.